Здравствуйте, уважаемые зрители моего YouTube-канала. Сегодня 1 октября 2020 года. Тяжелое время, идет война. Азербайджан ведет освободительную войну, стараясь вернуть захваченные 30 лет назад у Азербайджана территории. На этих территориях, все разрушено со стороны армян. Они сами там не живут, так как население Нагорного Карабаха, именно армян было 150 тысяч до конфликта. После конфликта 700 тысяч азербайджанцев, которые жили вокруг Нагорного Карабаха, были изгнаны оттуда. И эти 150 тысяч армян тоже, как говорится, из-за того, что, там не с кем стало торговать и так далее, нарушились все экономические связи, они тоже, начали оттуда уезжать. И сейчас армянское население Нагорного Карабаха около 60 тысяч, 70 тысяч, не больше. Вот. И... 30 лет шли переговоры, и вдруг выяснилось, что Армения вообще не хочет ничего возвращать, потому что, несмотря на то, что Минская группа ОСБСЕ предлагала так называемые мадридские принципы, по которым определенные территории, 5 равенов сначала, 2 потом, должны быть возвращены в обмен на статус Нагорного Карабаха, в дальнейшем референдум, вдруг выяснилось, что это все, оказывается, армяне все это время вели переговоры просто так, ничего они возвращать не собираются. И вот Пашинян, вот этот новый наш революционер, как он сам себя называет, он заявил, что надо вообще согласовать вопрос еще с неким народом Нагорного Карабаха, естественно, еще народ Армении, еще народ Азербайджана. И играя словами, он фактически ухудшил ситуацию. Да? То есть мало того, что ничего не возвращать не собираются, так еще выдвинули какие-то новые участников переговоров и так далее. Видя это все, Азербайджан уже решил начать освободительную войну, за освобождение своих территорий. Тут еще говорят, что кто первый начал и так далее. Я думаю, что исходя из того, что со стороны Армении уже была провокация, на границе Тоузи, и они сами признают там, что они начали, то в принципе это тоже, скорее всего, они и начали, потому что уже сейчас у них поменялась доктрина, они уже нацелены на то, чтобы еще больше земли у нас забрать и так далее. Мы надеялись, что люди понимают это все и понимают, что мы хотим вернуть захваченную землю. Тут выясняется, что либералы, российские либералы, оказывается, на тех же позициях стоят, что и армянские агрессоры. То есть они говорят, что зачем вообще вы что-то требуете, то есть какая территория, какой возврат, что и так далее. Совершенно не задают этот вопрос армянской стороне, зачем вы не хотите возвращать территории. Да? И еще надеются на то, что оппозиция в Азербайджане якобы тоже такого мнения, как и они. И происходит такой интересный инцидент.
Значит, на телеканал «Дождь», значит, ну, в общем, организует интервью с Эмином Милли, с оппозиционером. Надеется, что он начнет говорить, ну, значит, против существующих властей. И тут выясняется, что оппозиция и нынешние власти, они едины в этом вопросе, что земли надо возвращать. Это вызывает у ведущего такую удивительную реакцию, что он начинает перебивать именно Милли, начинает, в общем, затыкать ему рот и в конце концов выключает вообще микрофон ему. Вот это показатель того, что, ну, в общем, в России как таковой, в общем, сам либералов нету, да, есть люди, которые считают, что, в общем, мусульмане во всем неправы, там христиане, если что-то делают, то делают правильно. И вот этот стереотип, а вот как бы над ними давлеет, то есть они не могут выйти вот из этой своей какой-то скорлупы, не могут понять, что есть справедливость, есть международное право. Нет, вот они вот упорно гнут свое и очень, как говорится, злятся, если им высказываешь другое мнение. Вот давайте, значит, посмотрим этот эпизод из этой передачи, и затем я еще немножко его прокомментирую. Я вновь обращаюсь к Азербайджану, но Эмин Мили, мой собеседник, основатель Мейдан ТВ, он не живет в Баку, он оппонент Ильхама Алиева и отсидел некоторое время в азербайджанской тюрьме, сейчас живет в Берлине. Эмин, я хотел бы вас спросить, вот вы оппонент Алиева. Сейчас, вот в эти минуты, чувствуете ли вы солидарность, что ли, со всем народом? Разделяете ли вы цели азербайджанского правительства вот в этой войне? Вы знаете, внутри Азербайджана есть разные политические силы, разные политические взгляды, но именно в вопросе Карабаха в Азербайджане как таковых никаких различий между различными политическими группами, оппонентами нет никаких различий, потому что азербайджанская позиция и то позиция, которую по Карабаху озвучивает Ильхам Алиев, она, в принципе, отражает чаяние, ну, всего азербайджанского народа, потому что для нас вопрос очень ясный. То есть есть Карабах, это по международному праву это территория Азербайджана. Все страны мира признают территориальную целостность Азербайджана. Никто никогда не признавал Нагорный Карабах, и даже Армения его никогда не признавала. И, конечно, Азербайджан, мы сами по себе очень мирный народ. Мы, надо же понимать, мы мультиэтническое государство, мультиэтническая страна. У нас столетиями у нас жили евреи, армяне, лезгины, талыши. То есть у нас, в принципе, вот в последнее время, кроме как Карабаха, никаких других, как бы, конфликтов и не было. И надо понимать, что именно в этом вопросе для нас очень важен мир. То есть мы хотим мира, но 30 лет мы пытаемся донести до армянской стороны, до мирового сообщества, что нужно прийти к компромиссу. То есть мы готовы были к компромиссу, правильно? То есть мы хотели, и это было в рамках ОБСЕ, были принципы, что Армения возвращает нам 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, что тоже все это Карабах, но это как бы не Нагорный Карабах. И после этого мы, значит, восстанавливаем экономические, дипломатические связи с Арменией. Турция тоже восстанавливает эти связи с Арменией. И тогда мы дальше беседуем, ведем мирные, продолжаем вести мирные переговоры насчет того, какой статус будет у Нагорного Карабаха. Но 30 лет этого не происходило, и в последнее время с приходом Пашиняна к власти, Пашинян начал вести очень непродуманную политику, как неопытный политик. Он начал делать заявления очень такие и в военном плане,
и в политическом плане постоянно провоцировать азербайджанскую сторону. Да? И, то есть и, конечно, вы считаете, что эту войну начала Армения? Вы считаете, что эту войну начала Армения, где был казус Белли сам? Вот я вам скажу так. Вот недавно я читал статус Шендеровича, да, и он очень... Ну, это не источник информации все-таки. Да-да, тенденциозно написал, что Азербайджан напал на Армению, да, и он все еще не понимает, как. То есть и с азербайджанской стороны мы объясняем, что давайте посмотрим на карту. Сегодня азербайджанские войска пытаются... ведут борьбу за освобождение оккупированных территорий. То есть мы находимся на территории Азербайджана. Нет, интересно, почему? Нет, я понимаю, эти доводы мы слышим многократно, поверьте, вы не первый, кто их... Скажите, почему именно сейчас? Почему именно сейчас? Что делают армянские солдаты на азербайджанской земле? Вот какие вопросы надо... Я хотел бы... я задаю вопросы, которые считаю нужным. Спасибо большое. К мирным переговорам. Скажите, а почему именно сейчас началась эта война? С чем это было связано? Как раз те, кто считает, что Азербайджан начал первым, считают, что это было связано с теми учениями, которые Азербайджан проводил совместно с Турцией, и что только с такой явной поддержкой Турции эта война была начата. Смотрите, Азербайджан, опять-таки, мультиэтническое государство. Армения – моноэтническое государство. Да? И сейчас даже вот, в оккупированных территориях, кроме армян, никто не живет. И в Армении, кроме армян, никто не живет. И то, что Азербайджан 30 лет пытается через мирные переговоры повлиять на Армению, через посредников прийти к решению вот вопроса, о котором я говорил. Да? То есть возвращение семи оккупированных районов – и продолжение переговоров насчет статуса Нагорного Карабаха. Но что произошло в последние, значит, особенно с момента, когда Пашинян пришел к власти, его заявление, что Карабах – это Армения, точка. Да? То есть это, понимаете, тогда азербайджанская сторона думает, а зачем, о чем мы говорили 30 лет? То есть, если вы не собираетесь даже эти семь территорий освобождать, о каких мирных переговорах может идти речь? То есть, с тех пор, как Пашинян пришел к власти, он саботировал все переговоры. И это неправда, что сказать, что там в какой-то определенный день, скажем, 27 сентября, было нарушено перемирие. Нет. Перемирие на линии фронта нарушается 30 лет каждый день. И каждый день гибнут люди. И я не хочу идти вот в этой детали, кто начал первый, кто стрелял. Это линия фронта, и постоянно это будет, происходило, и происходит сейчас, и будет происходить. Но эскалацию, которая вот произошла сейчас, да, она готовилась. То есть она готовилась, это не просто произошло в один день. И в июле, когда очередной раз армяне напали на Азербайджан, это уже не было в пределах... Да, благодарю вас, извините, мы повторяем одни и те же аргументы много раз. Благодарю вас еще раз. Это был Эмин Мили, основатель оппозиционного канала Мейдан ТВ. Собственно, основная мысль была в том, что сейчас нет оппозиции Ильхаму Алиеву по вопросу о Карабахе. Вы сами видели, да, как ему просто Мили в конце выключили микрофон, заткнули рот и прокомментировали тоже, как бы исказив основной смысл его слов. То есть сказать, что основная мысль была в том, что между Ильхамом Алиевым и оппозицией нету разногласий по вопросу Карабаха. Нет, он сказал, что именно что был саботаж со стороны Пашиняна вот этих переговоров. Ну, в чем саботаж выражался? Вот, например, у Пашиняна есть такая знаменитая ее форма, что типа урегулирование должно быть выгодно народу Армении, народу Карабаха. Ну, Карабах он слово не произносит, Арцах. То есть они стараются слово Карабах вообще из памяти вычеркнуть, чтобы люди... Потому что Карабах – это тюркское слово, да? То есть получается, ну, как же так, это армянская земля, но называется по-тюркски. Поэтому и у них идет пропаганда, чтобы это слово вычеркнуть из памяти.
Вот. И народу Азербайджана. И вот я я первый заявил, что народу Азербайджана должно быть выгодно. Хорошо. В Армении живут армяне. В Нагорном Карабахе выгнали азербайджанцев, остались только армяне. Получается, две армянские стороны должны дать согласие, и только одна азербайджанская. То есть два против одного. Ну, что за вот это бессмыслица? Да? То есть, видно, хорошо, если ты говоришь о народе Карабаха, тогда скажи, что и азербайджанцам Карабаха, и армянам Карабаха. Да, тогда, может быть, приемлема была бы форма. То есть мы бы смотрели, как на это, что две общины, значит, азербайджанская и армянская, значит, Карабаха, тоже должны дать какое-то свое согласие, и также Армения, и Азербайджан. Нет, именно под народом Карабаха подразумевается только лишь армяне. Потому что, говорит, не говорит народ Карабах, говорит он на Арцах. Да, и вот, вот так в этом все я говорю. Это сплошная демагогия. То есть нету никакого конструктивизма в его предложениях. А весь расчет построился на то, что вот якобы, значит, надо тянуть время. Затем в Азербайджане произойдет революция. И вот в результате революции Азербайджан развалится. И вообще уже все это можно будет об этом забыть. О том, что Азербайджан требовал там Карабах, там и так далее. Весь план этих, как говорится, армянских националистов, и они, в принципе, все националисты, что демократ, что не демократ, все они, как говорится, именно на это рассчитывали. Все это вот на этом строится. Вот я сколько, уже где-то около 10 лет, как бы, спорил с армянами в соцсетях, в принципе, я могу сказать, что их менталитет на чем основан, а он основан, опять же, на вот этой мифе, легенде о динозавре, о великой Армении, что вот якобы они когда-то вот сумеют вот эту империю Тиграна II Великого восстановить. Ну, Тигран II Великий вообще империю где-то на 20-30 лет, наверное, построил там, и потом был, в общем, разбит Лукулом и так далее. Ну, вообще не было армянином, да, но вот взяли, вот внедрили, да, в сознание этот миф. Каждому армянину, как он рождается, внедряется дальше, что смотри, вот у тебя было столько много территорий, а вот осталось только 10%, все остальное забрали вот турки у тебя. И вот так вот потихонечку вот этот миф внедряя, в общем, людей как бы зомбируют, и они искренне верят, что вот то, что они вытворяют, да, а это полная бессмыслица, полный абсурд, это все правильно. С другой стороны, когда им об этом бессмыслице говоришь, да, они начинают возмущаться. Вот посол Америки Болтон как-то сказал, что почему у вас, значит, в армянском обществе не обсуждается, какие районы вернуть и так далее. Было очень большое возмущение. Почему не обсуждать? Зачем мы должны обсуждать, да? Интересно, что как бы со стороны вот этих российских, как бы, не знаю, демократов, либералов и так далее, а на самом деле вообще-то течение нельзя назвать, и действительно либеральным, потому что у них, в общем-то, либеральные ценности дают сбой, как только доходят до вот имена, как сказать, мусульман и так далее. Да. Вот почему никто из них, как говорится, не мог это сказать вот даже на телеканале «Дождь», что почему вы отказываетесь вернуть хоть какие-то территории? Не кажется ли вам, что это привело к конфликту? Почему вот никто об этом никогда не говорит? Не говорит, потому что, опять же, все это, как говорится, уже заранее предопределено, кто прав, кто виноват. И вот они вот всю вот передачу ведут в одном русле и дальше. Ну, то есть, вот опять же, да, есть у нас такой вот легенда, такой вот миф, тоже и армянской пропаганды, и еще какой-то там пропаганды, что якобы, если сменится власть в Азербайджане, будет найден выход из этого конфликта. Ничего подобного. Видите, если придет даже оппозиция к власти в Азербайджане, все равно оппозиция говорит то же самое, что возвращайте земли. Возвращайте земли. А другая сторона армии говорит, нет, мы не будем вообще ничего возвращать. Все это привело вот к нынешнему конфликту, к нынешнему обострению. И поэтому, опять же, чем это все закончится? Опять же, то есть, наверное, придется Азербайджану вот так вот шаг за шагом отбирать свои земли у Армении. И теперь, в общем, было бы хорошо, чтобы в Армении наконец-таки люди поняли, что надо без войны возвращать эти земли на основе каких-то договоренностей.
Вот если бы это было бы, как говорится, ну, в общем, процесс бы сдвинулся до с мертвой точки. Ну, на этом прощаюсь. В общем, мира всем. Дай Бог нам всем жить в мире, спокойно. И мы, значит, ждем хороших вестей с фронта, чтобы наши земли наконец-таки вернулись. До свидания.